Литературы, статьи, я для себя, наверное, понял, что у меня идея, наверное, леволиберальная. Чем мне нравится либеральная идея? В первую очередь тем, что она в главе всего ставит права и свободы человека. Я думаю, это главное. Если каждый человек в обществе имеет права, которые обеспечивает, так скажем, государство в полной мере, вот, имеет свободы всевозможные, то он будет по-любому счастлив. И если каждый из нас будет счастлив, то и государство, и вообще в целом не государство, государство другое, а вся страна будет жить замечательно, если в ней люди все счастливы и имеют права. Вот. Но тем не менее, все-таки минимальное какое-то вмешательство в жизнь общества государство должно иметь.